При работе со сводными таблицами вы можете производить различные вычисления в полях таблицы. Для этого применяются вычисляемые поля и объекты. Для построения вычисляемого поля выделите поле сводной таблицы. После чего перейдите на вкладку «Параметры» и раскройте список кнопки «Вычисления». После чего раскройте список поля «Элементы и наборы» и выберите команду «Вычисляемое поле». В появившемся диалоговом окне «Вставка вычисляемого поля» выбирается поле и формула для вычисления. Например, умножим поле значений на число. Для этого в группе «Поля» дважды кликните левой кнопкой мыши по названию поля, содержащего в себе числовые значения. После чего введите с клавиатуры знак умножения и поставьте любое число. Данная информация будет вводиться в поле «Формула». Нажмите кнопку «Ок», чтобы программа вычислила поле значений. Как вы видите, на странице документа появился новый столбец с данными, содержание которого соответствует вычислениям введенной ранее формулы. При создании вычисляемых полей вы сможете вывести вычисления на отдельный лист. Для этого нажмите на кнопку «Вычисления», раскройте список поля, элементы и наборы. В появившемся списке выберите команду «Вывести формулы». При этом будет создан дополнительный лист, на котором будут отображены формулы, заданные для вычисляемых полей. Таким образом, используя вычисляемые поля, вы сможете производить вычисления над данными сводной таблицы.